Сургуте наблюдается устойчивая тенденция к сезонному росту заболеваемости энтеровирусом. По данным окружного Роспотребнадзора, за прошлую неделю в нашем муниципалитете зарегистрировано 50 случаев. Все пациенты несовершеннолетние. Больше половины из подхвативших вирус – дети до 3 лет. 38% – ребята дошкольного возраста. Сообщается, что недели ранее в статистике были и взрослые. Также у 2 человек зафиксировали энтеровирусный менингит. Энтеровирусная инфекция, многообразная клиническая картина, она может протекать как в виде фарингитов и стоматитов. Это как катаральные явления. Но и в том числе это кишечный вирус передается фекально-оральным механизмом передачи. При несоблюдении правил личной гигиены, при употреблении в пищу плохо обработанных фруктов или овощей, также при купании в открытых водоемах со стоячей водой. С начала эпидсезона в Сургуте введен еженедельный оперативный анализ заболеваемости. Наш муниципалитет лидирует по количеству случаев энтеровирусной инфекции в Югре. Она может протекать в разных формах, проявляться герпетической ангиной, высыпаниями на теле, лихорадкой, расстройством пищеварения. Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали дошкольным учреждениям усилить меры профилактики. Например, проводить уборку помещений с дезсредствами 2 раза в день. В детских санитарных комнатах использовать бумажные полотенца. С целью недопущения распространения этого заболевания в нашем дошкольном учреждении, конечно же, у нас очень жестко проводится утренний фильтр воспитателями, то есть утренний прием детей фиксируется с детьми. Проводим различные игры, беседы, в различной творческой, художественной, исследовательской деятельности. Мы учим наших ребят соблюдать правила личной гигиены, а также элементарные санитарные правила, которые необходимы для того, чтобы дети осознанно понимали и хотели соблюдать правила личной гигиены. В этот весь процесс увлекательно, интересно, мы вовлекаем наших родителей, членов семей, наших воспитанников.